В Запорожском горосполкоме открылась выставка работ известного фотохудожника Юрия Титовца. Модный салон 19-го столетия. Автор – наш земляк, проживающий во Львове, врач по профессии, отдающий все свое свободное время фотографии. На протяжении 10 лет Юрий Титовец является организатором международной фотовыставки «С любовью к женщине», в которой принимают участие сотни художников из разных стран мира. Через месяц эта выставка будет открыта в нашем городе, а пока запорожцы могут познакомиться с творчеством автора в стиле ретро. В настоящее время Юрий Титовец находится в Китае с презентацией своих работ. Сожалеем, что он не с нами, но автор, он интересен, как видите, создал вот такой ретро стиль 19 века. То есть это нужно было все организовать, нужно было все это, костюмы подобрать, будуары, где это все похоже на тот век. На открытие выставки собрались многие запорожские фотохудожники. Лучшим из них были вручены грамоты за вклад в развитие культуры нашего города.